ну что делаете, не пойму. Сюда выходим. Выходим, выходим, выходим. В машине нельзя снимать. Тогда давайте на улице будем оформлять. Нет. Я... Документ водителя есть. Поверим? Не просто у нас. Поверим. А? Находочки давно не сдавал. Приветствую. Добрый день. Сейчас найду. Он все сдал в полицию. Я хочу 2.19. Вот целая армия, блядь. Да. Нет, это только начало. Пойдем. Целая армия. А там что стоят? А это вот они так обозначили машину Антона. Он же сейчас ее не может убрать с проезжей части. Конуса, верните. Что? Конуса, верните. Какие? Конуса, верните. Я уже позвонил в 112, сказал, что я нашел. Конуса, верните. Не кричите. Гражданин. Не меня не кричите. Конуса, верните. Я нашел. Ты я сейчас говорит? Дал в полицию. Конуса, верните. Чем вы подтвердите, что это ваши конуса? Это мои конуса. Чем? Как? Давайте документ. Конуса верните. Конуса состоят на балансе. Тихо, тихо. Отойдите. На 3 метра отойдите от меня. На 3 метра отойдите. Я избавлюсь вас от оружия. Теперь послушайте меня. Да. Я нашел только что. Я позвонил в 112. Звонок зафиксирован. Я сказал, что я сдал в полицию. Как это хотите сказать? Что звоню я теперь в отдел. Звоню в отдел. Что он украли? Я позвонил только... Преступник нам известен. Сейчас будете тоже работать. Так, Антон Александрович. Составляйте админ материал, проблемы-то какие-то, и хватит истерить тут. С нами проедем. Что, Антон Александрович? У меня ходатайство будут, инспектор. Да. Ходатайство. Да. Инспектор, я еще не увидел протокола, чтобы куда-то проехать. Протокол задержания... Подождите, вы, а протокол? Полицейский, полицейский. На самом деле, чего? Полицейский, это похищение. Позвольте. Я со своим подзащитным хочу. Можно я закрою? Вы отойдите. В связи с чем задержались? Да дайте машину закрою. Подождите. Вы куда потащили моего подзащитного? В отдел полиции вы. На основании протокол задержания какой-то есть? 19.3. Протокол задержания где? Все написано. Где? Вам какая разница? Где? Какая я защитник? Какой защитник? Что ли? Нормально разговаривайте. Я защитник. Глухой. Я защитник. Я с вами на вы разговариваю. Я защитник, успокойся и не истери. У меня защитник, у меня ходатайство. Почему мне... Уберите руку, пожалуйста. Закрывайте. Закрывайте машину. Я с той стороны обойду, сейчас закрою. Закрывайте. Сейчас я говорю, у меня аккумулятор сел. Давайте. Вы можете меня не трогать? Закрывайте. Вы можете меня не трогать? Закрывайте. Закрывайте машину. Подождите. Все. Все, все. Вы что меня обнимаете? Пойдемте, пойдемте. Успокойся ты. Полицейский, куда вы потащили моего подзащитного? Я никуда не тащу. А? Протокол задержания где? Я вот хочу выявить два ходатайства. Протокол задержания, полицейский, где? Да, протокол задержания. Отойдите от машины, сказал. Да я сяду вместе с вами. От машины отошли. Почему? Еще я раз защитник, раз. Полицейский, я защитник. Я понял. Антон, давай я с тобой поеду. Я твой защитник. Это защитник мой. Дверь закрывайте. Это мой защитник. Дверь закрывай. Я не могу трогать полицейского на автомобиль. Так подождите меня, хватит меня. Подождите. Полицейский, протокол. Открывай, где задержание? Ты долго будешь сидеть на них, смотри. Полицейский, протокол задержания. Отойдите. Вы кто? Я защитник. Да это защитник мой. Я же говорю, я ходатайствую от обыска защитника. Это Котелевский Николай, ходатайствую о привлечении защитника. Ключи от машины? Ну что? Он меня телефон забрал! Смотрите, бьет меня! Ух ты! Не дай ключи от машины! Закройте! Ключи карточку на мой забери! Дверь закройте, гражданин! А вы что избиваете? А вы что избиваете, гражданина? Не могу даже снимать! А вы что гражданина избиваете? Капитан, да что вы делаете, я не пойму. А вы зачем гражданина избиваете? Телефон его где? Телефон? Он мне телефон похитил. Еще и телефон украл? Ну конечно украл. Дверь закройте. Отдайте мне ему телефон. Дверь закройте. Антон. Отдайте телефон, и я закрою дверь. Антон Александрович, закройте, пожалуйста. Отдайте мне, пожалуйста, телефон. Я не помню, как у вас по имени отчество. Отдайте по имени отчество. Отдайте, зачем вы забрали мой телефон?
Ну это телефон мой. И вы мне даже протокол. Покажите мне протокол. Приведите защитников двух. У меня два защитника. А вы за, ой, зачем меня дверью бьете, товарищ дайте полицейский? Телефон, я закрою дверь. Хотя нам с этим не товарищ. Я прошу, чтобы закрыли дверь. Телефон дайте мне, пожалуйста. Ну все. Все, успокойтесь, товарищ капитан, успокойтесь. Все? Будем спокойнее, я да. Вы у гражданина у зачем телефон украли? Я говорю, с девушкой Жен, целовался. Да. Вам не с кем целоваться, поэтому у вас губы-то и не покрашены. Зачем вы меня держите? Я ничего не делаю. Уберите от меня руку, пожалуйста. Ну руку от меня уберите. А вы задержите? А вы подъявляетесь? Дайте мне мой телефон. Зачем вы мой телефон забрали? Верните телефон. Вы зачем гражданин избиваете, телефон забираете? И протокол задержания, ничего, телефон у меня забрали. Да что сидят, вы остановите, беспределы. Дайте мне мой телефон, пожалуйста. Телефон-то отдайте телефон, гражданину. Давай, отдайте телефон. Да, вот. Отойдите. Не мешай. Я не слышу, я по телефону разговариваю. Я не слышу, говорю, по телефону разговариваю. Видите, сейчас сзади. От машины отойдите. Протокол задержания. От машины отойдите. Я стою на улице. Протокол задержания. На каком основании применяете ко мне физическую силу? Хватит вам. Протокол задержания. Протокол задержания, полицейский. Протокол задержания, скажите мне, отходим. Где? Протокол. Отходим. Давайте вызовем старшего. Старшего вызовем. Алло, да. Я не могу. Сообщите, пожалуйста, в нужный орган. В нужный орган, что сейчас происходит, беспредел. Я не могу сейчас никому позвонить. Капитан, давай успокоимся, нервы опустим. И будем по... В рамках закона. Где протокол? Хорошо. Есть да. Протокол? Я его защитник, представитель. У вас ходатайство вам заявлено. Подождите. Вы дали составить? Вот, сотрудник ДПС еще один подъехал. Да. Я не могу, самостоятельно не могу. У меня руки заняты, я звоню по Bluetooth. Единственное, что смог набрать. Хорошо, спасибо. Я всего лишь полицейский, хочу составить протоколы. Все. Протоколы на месте составляются. С протоколом будем ознакомливаться? Кто такой? Это защитник. Кто такой? Защитник. Адвокат. Кто вообще есть? Успокойтесь. Тише, общаемся, не орем. Все спокойно, ребята. Все правильно. Все, сейчас ознакомимся с протоколом, вы завезете. Защитник, представитель. С какого основания применяете насилие? Здравствуйте. Просто лейтенант. Вот сюда, пойдите, пожалуйста. Не подскажете, а то уже полицейский. Можно меня не трогать? Андрей, да можно меня не трогать, полицейский? Я вас не трогаю. Уберите от меня руки свои. Я вас не трогаю. Грязные руки уберите от меня. Чистые. Смотрите, нет, грязные. Уберите руки от меня. Чистые. Руки от меня чистая. Уберите. Отведите его. Сюда. Добрый день, доброе утро. Полицейский на данный момент не законно не обоснованно увозит человека, применяя к нам насилие. Я как защитник объявляю. Выйди-то от машины, а? Давай ознакомимся с протоколом. Вот, Кто вы есть? Отойдите от машины. Полицейский не составит ни одного протокола, похищает человека. Гражданин ехал
Нам предлагают как ну подойти. Вы так думаете? Идёте, вы уже предвзято думаете. Просто так вот похищают идёт. Человека. Человек остановился, убрал конус с дороги. Они ему за это говорят 19-3 будем составлять. Вызвал меня как защитника-представителя по доверенности. Вот. Меня сейчас не дают защищать. Оттаскивая всячески человека, запихали в машину. И пытаются куда-то увезти. Я защитником являюсь. Протокол доставления, протокол задержания, пускай составит. Ознакомимся. Пойдемте. Ян, давайте. Нам предлагают к окну подойти. Вот идемте, вот идемте, ну, вот идемте к окну. Ну, вот идемте к окну. Чек остановился, убрал все на дороге. Машина, да? Объясни человеку, за что это? Вот видите, протокола нету. Даже он не видел протокол. Понимаете, он даже не видел протокол. Как ты без протокола? Вот так вот, он даже не видел протокол. Все, они увезли. Это составляется на месте. Представьтесь, пожалуйста. Составляется. Ну то есть можно. Кто мешает составить 19-3 на месте протокол? Слушай, они без протокола. Подожди, защитники должны видеть? Обвиняемый должен видеть? Я не знаю. Правильно, Видели вы? Да, вы весь ничего думаю, не видите. Я думаю, они. Ну что, Ян, поехали за ними? В рамках закона. Да, представьте. Да, мы только думаем. А вы разобраться не можете, да? Я надеюсь, что они. Куда повезли? Куда-то в ментовку, надо было за ним садиться, прыгать на хвостах. Я предлагаю. Сейчас я вообще закину. Ребята, пихали машину, у нас с Серегой раскидали, оттаскивали прям руками, ногами пихали. Тут все на полу подъехали. Короче, Антона запихали в машину, куда-то увезли. Вот это направление. Звоню, так как будто все вниз. Дежурная часть, Выхина Жулибина, начальник, почему могу помочь? Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я же представился. Дежурная часть, Выхина Жулибина, Овчинников, дежурный. Овчинников. Меня зовут Арсений Владимир Викторович. Вот меня интересует, доставлялся вам задержанный Антон Маслов? Маслов? Да. Маслов нам нет, не доставлялся. Нет у вас такого задержанного сейчас, да? Антон Александрович Маслов. Масла у нас не было. Понятно. Хорошо, спасибо. До свидания. Дежурная часть, Выхина Жулебина, вообще никому чем могу помочь. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Бахурин Дмитрий Александрович. Не понял, еще раз. Меня зовут Бахурин Дмитрий Александрович. Да, слушаю. На вопрос. Маслов Антон Александрович к вам доставлялся? Маслов нет, не доставлялся. Просто он утверждает, что он у вас. Как так получается? Не знаю, мне никто рапорта не предоставлял. То есть о доставлении данного гражданина. У вас нет рапорта или нет человека? Человек может быть есть, но рапорта пока нету. Может быть он заявитель. Я же не могу знать. Сотрудники ГИБДД. Здесь у него много народу находится. Сотрудники ГИБДД привозили его? Сотрудники ГИБДД приезжали, да, с людьми, с двумя гражданами. Какие фамилии имя граждан данных, я не знаю. Все, спасибо. Мужики, в дежурной части, которую телефон вы скинули, сказали, что Маслов не задержан, Маслов заявитель. Что там происходит? Скажите, чтобы я знал.